серия автомобилей от Барбини, серия Барпейн, полный привод. Все четыре следующие. Следующий день. Самая массовая и самая широкая. Трех серий, североамериканские, европейские, азиатские. Среди пилотов. Один зачет это Pro, второй зачет Pro. В европейской серии принимают участие сейчас у наших машин составил лично у моей машины 185 км в час. Самая максимальная скорость. Если ты класс с автомобилем лучше Рбола, Дабрзола, другой рыцарь с Ламбургини с классы, так мы вот с Вильяни классы, я там соплюющие. Да, ესეთი პილოტები იღებენ, ესეთი გუნდები მონაწილეობას, რომელთაც აქვთ იმის საშუალება, როგორც მინიმუმ, რომ მიიღონ ესეთ რბოლაში მონაწილეობა, ძალიან მაღალ ბიუჯეტიანია. შესაბამისად, საქართველოს წარმოდგენა ამ კუთხით ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქართველო უკვე შედის იმ ქვეყნების სიაში, ავტოსპორტში, სადაც ვისაც აქვს იმის უფლება, ვინც თავს აზრებს იმის უფლებას, რომ ესეთ რბოლაში მონაწილეობა მიიღოს, მით უმეტეს, როდესაც შედეგი საპრიზოზე გადის მრბოლელი და მინდა მიულოცო შოთა აფხაზავას მეორე ადგილზე გასვლა ესეთ რთულ რბოლაში, ესეთი სწრაფი ავტომობილით რბოლაში, ეს უკვე სხვა ჯგუფში, სხვა კლასში გადასვლას ნიშნავს ქართული ავტოსპორტის ზოგადად. Да, как мне да вткла рода Такаджаяц, винайдан ис уже оргзис Европейс тасис мфлобеля легендების კლასი, სპეციალად იქნა მიწვეული легендების კლასის უკვე თანამედროვე ვერსიაზე გადასვლაში, ანუ ფიამ გააკეთა სპეციალური კლასი არა თასის გათამაშება, არამედ უკვე ევროპის ოფიციალური ჩემპიონატი, სადაც ოფიციალურად იქნა Такаджая, როგორც თასის ორგზის მფლობელი მიწვეული. თავიანთი ხარჯით, მე ესეც ხაზგასმა იმის, რომ ქართული ავტოსპორტი სხვა ზონაზე გადადის, მინდა მას უსურო წარმატება და დაველოდოთ მის შედეგს. В истории страны мы на таком уровне представляем наших участников на мировом автоспорте. Это очень здорово. Серия самая популярная в мире на сегодняшний момент. Общее количество участников чуть меньше, общее количество машин чуть меньше сотни, общее количество участников более 150 участников в мире. В нашей серии стартовало 25 машин, это, в общем-то, очень много для подобного рода автомобилей. Ну, картинку на старте, если посмотреть, то это будет там переполненная там решетка, это очень красивое зрелище, очень большое. Мы участвуем на машинах Lamborghini, мощность которых от 640 до 680 лошадиных сил при весе всего лишь тонна стоит. Очень быстрые автомобили по скорости, они на некоторых трассах даже обгоняют автомобили класса GT3. Одна из наших главных идей – это через какое-то время посредством нашего участия, с одной стороны, показать хороший результат, с другой стороны, привлечь на наш автодром с помощью, в том числе, наших пилотов, наших результатов и пропагандируя нашу страну, привлечь подобного рода серию и именно эту серию Blancpain в Руставе. Я очень надеюсь, что уже в конце этого года какое-то количество команд приедет для тестирования своих автомобилей, ну и на самом деле нашей трассы. И в перспективе 1-2 лет мы сможем договориться с организаторами, чтобы один из этапов серии, может быть, финал серии, прошел именно в нашей стране, на нашем автодроме.